Добрый вечер. Татьяна Никитина. Александр Никитин. Юбилей, которого мы продолжаем отмечать. На стихи ленинградского любимого нами поэта Александра Кушнера. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно тебя найти, как на рынке поменять. Что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, блещет тучка. Я в 5 лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинный век, в котором горя нет. Себя в счастливце прочишь, а при грозном жить не хочешь, не мечтаешь о чуме флорентийской, и проказе хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, блещет тучка. Обниму век мой, рок мой, на прощанье. Время это испытание. Не завидуй никому, крепко тесное объятие. Время кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки, с нас черта его и складки, приглядевшись можно снять. Словно с пальцев отпечатки, с нас черта его и складки, приглядевшись можно снять. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно тень найти, как на рынке поменять. Что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, блещет тучка. Обниму век мой, рок мой, на прощанье. Время это испытание, не завидуй никому.